Всем привет! Вы на моем канале, с вами Дмитрий Михайлов, Коминбай. Мы сейчас находимся на базе отдыха Robinson Club. Будем монтировать приставной дымоход, нержавейка 150 на 250 с полимерным покрытием снаружи для печи ABX Atrium 74. Печь будет ABX стоять на террасе, это будет красиво, классно. Чистая эстетика будет, никакого обогрева речи не идет, с трех сторон стекло, я вам покажу ее. Закончили мы монтаж дымохода для печи ABX Atrium. Вот такая красота получилась. Реально классная, красивая печка. Даже ее топить не хочется. И вот такая картинка получилась у нас снаружи. Напомню, что это полимерка. Заказчик захотел в черном исполнении, чтобы труба была снаружи. Внутри 304 миллиметровка, 150 на 250. Опорная площадка. Без нее никак я не монтирую. Вы уже заметили, что на всех видео ставлю опорные площадки. И проход через крышу. Стоит дополнительно. Какая красота. Это один. Ну, мой второй дымоход стоит. Классно, реально. Супер. Радует. Я работаю со многими магазинами города, кто торгует каминами и дымоходами. Поэтому эти заказчики, они с планеты тепла. Магазин по продаже дымоходов и печей. Дымоход, это четвертая комплектация, до этого было три, все сами что считали, я выехал на объект, спецификация моя, комплектация планеты тепла. Такая вот красотка. Все, подписывайтесь на мой канал, заказывайте у нас монтаж дымохода, заказывайте у нас монтаж печей, покупайте у нас дымоходы. С вами был Дмитрий Михайлов, Коминбай. Подписывайтесь на мой канал, не забывайте. Пока!